Новости о распространении коронавируса заняли верхние строчки в сотках новостей. Ажиотаж и паника вокруг эпидемии продолжают влиять на экономику. Туристическая сфера несет потери. Под угрозу срыва крупные международные форумы и спортивные соревнования. Школы и вузы также отменяют занятия и переходят на дистанционное обучение. Студенты Казанского федерального университета поделились мнением по поводу бушующей эпидемии коронавируса. У меня философское мнение, скажем так. Если суждено умереть, так умрем. Если заболею, то заболею. Я перестал бояться жизни, перестал бояться коронавируса. Между нашими городами огромное расстояние, так что, думаю, не заразимся. Особо страх не вызывает, поскольку он поражает скорее старшее поколение, вот за них страшно. Помимо коронавируса много всяких эпидемий в стране, поэтому что бояться, что будет, то будет. Мне все равно. Я не боюсь им заболеть. Почему? У меня иммунитет хороший. Мне страшно и... Более того, моя мама работает в больнице. Нет, меня все это не интересует. Думаем, что он пройдет когда-нибудь, да. Рано или поздно. Учитывая, да, суровый климат нашей России, я думаю, у нас он недолго задержится. Мне кажется, такого вируса вообще не существует. А это все придумано китайскими экономистами, чтобы просто сломить экономику. Есть такая информация, что это касается только пожилых людей, так как проблема с иммунной системой у них уже меньше она, поэтому, я думаю, для молодежи и для детей особого нету такого риска. От гриппа также умирают люди в мире, просто шумиху дали, мне кажется, и все. Сколько масок продают там медицинских, в аптеках скупают, это же просто, коммерческий, мне кажется, какой-то проект. Информация подается всем одна, каждый сам выбирает, как на нее реагировать, тот боится, тот нет. Большинство опрашиваемых студентов вируса не боятся, но и отмахнуться от новой опасной заразы, конечно, нельзя. Поэтому ребята не забывают о профилактике. Руки дезинфицирую, глаза не трогаю. Антисептик, маски не использую, их все скупили. Руки стал чаще мыть. Маски это бесполезно, знаю по своему опыту. Гель, всегда с собой. Да, я пью таблетки, которые обычно прописывают при заболевании, они для профилактики нормальные. Регулярные руки мою. Салфетки, дезинфекция, всякая, рук, спирт. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.